Всем привет! Сегодня приготовим баклажаны в духовке с брынзой. У нас вот 4 баклажанчика. Уберем мы первые и последнюю кожицу. И вот таким образом порежем на небольшие долечки. Вот у нас получилось 5 долек. Теперь мы посолим и дадим стечь. Уберем таким образом горечь. Баклажаны у нас готовы, я их промыла. Теперь у меня вот брынза, помидоры и формочка, куда я буду складывать. Я теперь беру баклажанчик и вот между полосочками выкладываю сыр, помидор. Ломтик помидорчика. И снова сыр. Вот таким образом мы их будем запекать. И так каждый. Теперь я порезала чесночок. И вот сюда между долечками я его выложу. У меня остался сыр, поэтому я его просто сверху покладу. Поперчу. Можете подсолить. И я смажу растительным маслом там, где нет брынзы. И теперь мы отправляем в духовку 180 градусов 35-40 минут. Вот смотрите, какая необыкновенная красота. Кроме того, что красиво, но и очень-очень вкусно и ароматно. Вот такая у нас красота. Готовьте такую красоту. Очень вкусно и аппетитно. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. И ждите новое видео. До свидания.